Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как просмотреть характеристики телефона ZTE Blade V 2020 года. Чтобы это сделать, нам надо скачать с Play Market приложение, которое называется CPU-Z, которое бесплатное. Скачиваем его, нажимаем «Установить». Ждем, пока оно скачается, оно занимает очень мало места, так что скачивается довольно-таки быстро. Нажимаем «Открыть». После чего нам данное приложение показывает очень подробную информацию о нашем телефоне. То есть оно показывает название нашего процессора, количество ядер, также архитектура процессора, показывает мощность каждого из процессора, а также насколько они сейчас в данный момент нагружены, также показывает вид процессора, то есть ARM или другой. Здесь мы можем посмотреть также информацию о девайсе, то есть модель вашего телефона, операционная система, которая на нем установлена, количество оперативной памяти, количество используемой оперативной памяти, также количество вообще памяти на вашем телефоне и количество свободного места на телефоне. Здесь в этом приложении есть реклама, конечно же, но главное, что она бесплатна благодаря ней. Здесь мы можем посмотреть версию Android, также посмотреть всякие интересные вещи, например, о батарее, то есть состояние вашей батареи, уровень заряда, заряжается ваша батарея или сейчас разряжается, технология батареи, также температура и количество заряда возможного в вашей батарее. Также, нажав на Thermal, здесь вы можете посмотреть температуру вашего устройства. Иногда у вас это будет показываться, иногда нет, это зависит от датчиков на вашем телефоне. А также здесь мы можем посмотреть на процессы и сенсоры, которые установлены в нашем телефоне. И, в принципе, все. Думаю, вы с каждым пунктом сможете подробнее ознакомиться сами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!